Все необходимые ссылки вы, как всегда, найдете в описании к этому видео, либо в моих социальных сетях. Также в описании к этому видео, либо в моих социальных сетях вы найдете ссылку и на данный видеоурок, на то, чтобы перейти на сайт Perfect Money. Perfect Money — это платежная система, также это система обмена. То есть, если зайти на главную страничку, вы можете увидеть, что Perfect Money предоставляет уникальные возможности как для бизнеса, так и для личных счетов. Вы можете производить взаиморасчеты, получать платежи в различных бизнес-проектах, производить регулярные платежи в интернете, то есть то, что мы делаем обычно, ну, естественно, хранить денежные средства и получать даже процентные выплаты по остаткам на счете, производить оплату за товары и услуги в интернет-магазинах и приобрести даже биткоин, золото, ну и, соответственно, валюты онлайн. Вот, обо всем этом можно подробно почитать на главной страничке. Еще раз повторюсь, ссылка в описании к этому видео. Ну а сейчас мы приступим, собственно, к теме данного видеоурока, то есть регистрации в данном кошельке, в данной платежной системе. Для того, чтобы это сделать, необходимо нажать на кнопку «Регистрация». Вас перебрасывает на новую страничку. Здесь вам необходимо указать достоверные данные. Ну, к примеру, наименованием аккаунта пусть у меня будет, как я и люблю, Jest. Также вам нужно указать полные фамилии, имя, отчество. Дзюба Игорь Николаевич у меня уже есть. Город Курск. Адрес не обязательно, как видите. Выбираем страну. Причем страну вы должны выбрать реальную, а не там, где сейчас находитесь. Так, у нас Российская Федерация. Главное ее теперь отыскать. Нашли. Ввести почтовый индекс. В моем случае он такой. И ввести email. Я введу этот. Можно указать еще дополнительно телефон, факс. И, в общем-то, дальше мы переходим к двум позициям. Вы выбираете тип аккаунта. Либо он будет личный, либо это будет бизнес-аккаунт. Ну, если вы не заводите бизнес-аккаунт, то выбираем персонал, он стоит по умолчанию, и, собственно, переходим дальше. Здесь вам нужно придумать пароль и продублировать его чуть ниже. После этого вы вводите код с картинки. Для меня он непонятен, поэтому я его обновлю. Так, ну, вроде более-менее. Сейчас мы его продублируем. 551... 13, вроде так. Ну и все, дальше у вас идет пользовательское соглашение. Для тех, кто умеет читать по-английски, его можно прочитать и ознакомиться. Если, собственно, не умеете читать по-английски, то тут все стандартно. Можно нажать, в принципе, галочку «Я ознакомился» и согласен с условиями обслуживания. После этого жмете «Зарегистрироваться». Perfect Money думает и перебрасывает вас на новую страничку. Но мне браузер предлагает стандартно сохранить пароль для этого сайта. Мы откажемся, не будем этого делать. И тут у нас написано «Добро пожаловать, регистрация вашего аккаунта завершена». Так, и они сообщают, что нам на почту отправлено сообщение с указанием ID клиента. Этот ID нам понадобится при входе в наш личный кабинет. Переходим в нашу почту. И вот Perfect Money прислала нам два письма. Один с ID, другой с некоторыми инструкциями, благодаря которым мы уже можем более детально ознакомиться с сервисом. Итак, мы копируем наш ID и переходим обратно на страничку Perfect Money. Жмем «Вход», и здесь нам нужно указать тот самый скопированный ID и еще раз указать пароль. Так, вспоминаем пароль. Вводим его и дальше вводим код с картинки. В моем случае это 651 42 33. Ну и все. Ага. Всегда проверяйте green status bar. Настоящий сайт Perfect Money всегда отображает зеленую адресную строку, которая подтверждает, что контент на сайте является законным и легальным. То есть обратите также внимание на вот эту строчку. Ну все, жмете логин и, собственно, вы переходите в свой личный кабинет. Ну а дальше мы уже посмотрим, как
пользоваться данной системой, как заводить сюда деньги, как выводить отсюда деньги и какие настройки следует установить и сохранить для того, чтобы нормально пользоваться данной платежной системой, данной системой обмена. Текущие настройки безопасности, включена опция проверка подлинности пользователя. Таким образом, у вас есть некая привязка к IP-адресу. Таким образом, если вы зайдете с другого компьютера, допустим, то, возможно, вас сразу не впустят, а впустят только после того, как вы введете специальный код. Специальный код будет, опять же, выслан на вашу почту, которую вы указали при регистрации. Поэтому будьте внимательны. Вот, помните об этом. Ну и, собственно, на этом наша регистрация закончена. Вы можете приступать к использованию данной платежной системы, точнее данного кошелька. Если это видео оказалось для вас полезным, обязательно ставьте лайки, то есть палец вверх. Также поделитесь этим видео с друзьями. Это несложно сделать. Ну и, конечно же, ваши пожелания по поводу дальнейших видеообзоров, а также ваши комментарии относительно того, насколько хорошо это видео вам помогло и так далее. Возможно, какие-то вопросы вы можете оставлять в комментариях.